Всем привет! А сегодня, как и обещал, потестим золотой АК-альфа вместе с модами. Вот показываю, ребят, сейчас какие у меня моды стоят. Уникальный мод я поставил, который на плюс 25 темпа, то есть не отсечками. Ну и плюс 9 урона, и на отдачу поставил мод, то есть чтобы было плюс-минус балансно. Перед началом видоса, ребят, хотел бы сказать огромнейшее спасибо Евгению за то, что помог снять этот ролик. Также хочу передать привет всем жителям Молдовы. Но также, ребятки, не забудьте проверить подписочку на канал, потому что до сих пор многие не подписаны, но также можете по лайкосам бахнуть. В целом, я думаю, это будет классно. Ну а также можете бахнуть по лайкосам, потому что лайки это здоровско, видос продвигают, и плюс я понимаю вообще, вы поддерживаете меня или не поддерживаете, вот. Ну и немножечко полезнейшей рекламы. Напоминаю вам в сотый раз про существование нереальнейшей пропа-страницы, благодаря которой вы сможете зарегистрировать новый аккаунт. Новый аккаунт сразу с топовым донатом и при этом с топовым снаряжением из сети Графит сроком на 30 дней. Приходите по промочке, ребятки, прокручивайте колесо фортуны, и вот они призы. На штурмовика вы получаете Галил, на медика Бинельку, на инженера CK5-2 команда, а на снайпера полуавтоматическую снайперку Бинели. А также при первом пополнении счета у вас будет бонус X2 к платежу. То есть, допустим, вы хотите задонатить 500 рублей, на аккаунт приходит не 1000 кредитов, а 2000 кредов. Если задонатите косарь, вам придет целых 4к кредов. То есть это просто офигеть. Ссылка в описании, ребят, всем приятного просмотра. Наверное, буду играть с прицелом 1.4, потому что 1.8 слишком уж сильная кратность. И, ну, мне кажется, современная мете Warface, она не особо актуальна, потому что, блин, ну, все файты по факту происходят как в упорах. Что за отдача? Господи, тяжело прям. Все файты в основном в упорах, поэтому я думаю, вот это вот, типа 1.8 сейчас вообще не актуально. Ну, сейчас я, кстати, отдачу еще не смог сконтрить. Возможно, надо привыкать, но прям вот реально тяжеловато было. Слава богу, я это вырвал. Неплохо, крошачочек. В спину, но грамотно. Девяносто, брат, упор. 90. Я просто не попал. О боже, какой я ужасный. Так, короче, я, наверное, дальний ворота буду, да? Блин, ну... Осторожно, граната! Просто, ну... Ой-ой-ой. Жестко я его, однако, убил. Иди подарку, иди подарку, подарку, я минирую. Иди подарку. Не пропусти его. Фух, господи, слава богу, вырели. Ну я вроде как к отдаче потихонечку привыкаю. То есть уже нет такого, что я типа мимо стреляю. Настя, резаться. Наверху. Короче, все, я просто вот стою вот сюда и просто выиграю раунд. Мне просто все равно. Вот я просто буду стоять на одном месте. Мне все равно, правда. Вот, просто я встал. Убил одного. Убил второго. Наконец-таки эта бесконечная катка закончилась. Слава просто всем богам. Офигеть, я сыграл 39 на 16, 36 в голову еще, это просто вау. Не, а кальфа вот для голов кайфово, ну надо привыкать, вот когда реально надо привыкать. То есть вот когда я играл с Крисом, было очень просто. Сейчас уже, конечно, тяжелее. Я просто... О, господи, если бы я просто смотрел туда, все. Но я не посмотрел туда, да. Я тут подумал, у них, типа, ни одного снайпера. Я могу в теории просто ДЛ выйти. Вот просто ДЛ выйти в тупую и попробовать опять по головам пострелять. Давайте я, пожалуй, это и сделаю. Я что-то даже не понял, ребят. Я что сделал? Крушака сделал или что? Что вообще случилось? Я что-то провтыкал жестко. Я вообще ничего не понял, что я там повесил, но вроде это было жестко. Че, пацаны, камбэк, 1-5, такой бэк, я думаю, спокойно можно, вот я прям чувствую, что можно. Центр.
Слава богу, это выиграл, ужас. Фух. 5-5, пацаны, 5-5, закомбочили, кайфы. Убили-убили, хорошо-хорошо, брат, умница. Еще, ребят, длина у меня. Прям за ящиком, прям за ящиком. Упор-пор. Найс, умница. Длину взял, длину взял. Найс, хорош, парни. Найс, просто найс. Мы это победили. Просто 1-5 проигрывали, выиграли. Офигеть, вот это классная катка, интересно. А, за мусоркой. Найс. Просто надали, ужас. Пойдет. Граната пошла. Кидаю гранату. Просто вы видели, как я авика тапнул? Просто в прокате. Там две пульки ему просто стрельнул шальных. Слава богу, он дал мне ваншот. Как? Как же это было близко, просто такой халявный мозголом, я так его засрал, ужас просто. Команда противника. Пойдет. Блин, короче, так альфа, нужно просто стрелять в тело, я реально. Голову, конечно, ваншот в голову-то он есть, но, блин, та скорость, которую он спилит в тело, это просто офигеть. Вот реально, если ты подашь все пули, вот здесь, как будто ППшка в руках у тебя, реально. Приспечил, сидел, понял. Бомба установлена. Да уж, странный был раунд, да ладно. Ну чё, двоечка идем. Конечно же, фаш широкую, если летит, ребят, фаш широкую сразу лечу, просто в соло, никого нету, просто в соло иду фаш широкую, почему нет? Пойдет. Так, сейчас надо просто вот в длине убить хотя бы там двух чуваков, и будет хорошо. Почему он лег? Господи, почему он лег? Почему? Дел, лоу хп один снайпер, ребят, надо пожать, надо пожать. Мне кажется, надо попробовать еще раз. Сейчас просто вот я очень долго убивал штурмовика, и я не ожидал, что медик так быстро выйдет, если честно. Если у меня, вот сейчас у меня спаун получше, по идее, сейчас должно быть гораздо лучше, типа по спауну и по фокусу на соперников, по идее. Я не подкатился просто сейчас. А, еще длина, ребят. Молодец.
У меня в команде 4 снайпера. 4 снайперули нереальных, а я соло-штурмовичок бедненький просто. Фух, убил, слава богу. Минус 90 справа в зиге. Нормально. Не, я прям вот эту отдачу на даль так сложно контрить. Просто сидит чел на контроле, я ему еле в голову попадаю. Просто потому что не могу с контрить отдачу. Ну что это такое? А, жалко, чуть не попал. Жестко. Как это обидно. Я мог просто сделать мозголома, если бы попал сейчас в голову, бля. Бомба потеряна. Ой, 90, медик, 90. Найс. Боже, как же я плохо пострелял сейчас, позор. Бомба установлена. Еще, ребята, у меня в смоку. Найс. Очень плотная катка, но интересная. Ластовая интересная катка. Фух, победа. Очень плотная катка, интересно, ребят, какой вердикт? Если честно, мне Кальфа не понравился. Вот я с ним реально очень много поиграл. Типа, вот 3 часа сейчас записываю ролик, чисто геймплей. Я не знаю, как я буду отрицать, но мне, честно говоря, как-то он не особо понравился. То есть я прекрасно понимаю, что вот у меня сейчас Акальфа золотой на всех топовых модах, но и при этом я понимаю, что условно, если там прокачать тот же самый G36, он намного будет имбовее. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу золотого Акальфа. Мне он не очень понравился. Вот, на самом деле, я Антош, ребят, всем пока.